100 этажей за 3 раза. Около 300 смельчаков отважились сегодня штурмовать самое высокое здание Минска. В столице прошел вертикальный забег на выбывание по лестнице. Он состоял из 3 этапов. За каждый нужно было бегом подняться на 35 этаж. После первого отсеялась половина всех стартовавших участников. После второго число претендентов уменьшилось еще вдвое. Наконец, на 3-м этапе бежали самые быстрые. Любые соревнования – это не столько кому-то что-то доказать, это попытка проверить себя. Проявление силы воли. Поскольку это необычный бег, это больше такой экстремальный бег, который требует анаэробного режима. И чтобы достичь результата, надо выложиться по полной, чтобы показать лучшее время. Ну, это такой вид соревнования, что особо ноги надо очень хорошо прорабатывать. Памятные медали и... Каждый участник соревнований получил памятную медаль и мандаринку на финише. Лидеры вдобавок и призовые.